Здравствуйте! Сегодня хочу сделать панкейки диетические с овсяной мукой и с бананом. Для этого нужно одно яйцо, миллилитров кефира, молока, что у вас есть, пол банана, щепотка соли. Банан я натру на мелкую терку. Бананчик я натерла, буду сейчас все перемешивать. Хорошо все перемешаю. Добавляю, просеваю, ну где-то, я думаю, полстакана, может больше уйдет муки. Смотрим консистенцию, чтобы было как густая сметана. И добавляю сюда чуть больше половины ложки разрыхлителя. Немножко растительного масла. Хорошо все перемешиваем и оставляем минут на 15 отдохнуть. Потом будем выпекать панкейки. Ну, стакан. На 150 грамм кефира стакан муки нужно. Ну, муку можно взять любую. У меня овсяная. Хорошо перемешаем. И отставим в сторонку на 15-20 минут. Тесто у нас постояло 20 минут. Вот оно какое. Будем сейчас выпекать панкейки. Я беру один половничек и в центр сковородки раскаленной выливаю на среднем огне. Буду смотреть. Появятся сверху небольшие пузырики вот здесь. Вот тогда нужно переворачивать. Вот видите, появляются по краешках. Вот. Огонь средний, потому что если большой огонь, он будет внутри сырой. Появляются, вот видите, такие пузырички начинают появляться. Ну, смотрим, дно уже такое. Я думаю, можно переворачивать. Где-то по 4-5 минут с каждой стороны. Не нужно смотреть. Я переверну еще несколько раз для того, чтобы он прям пропекся хорошо внутри. Ну, вот таким образом буду печь все остальные.
Потом скажу, сколько у меня получилось с этого количества теста панкейков. И покажу, какие они внутри. Вот пеку второй. Ничего не прилипает. Хорошо переворачивается. Все отлично. Вот какие они получаются. Пышненькие, красивенькие солнышки. Хорошая альтернатива оладушкам. Их не нужно жарить на масле. Они не жирные, вкусные, очень полезные. Вот наливаю на сухую сковородку. Вот у меня последний. Будет немножко побольше других. Уже вышкребаю все, что остатки. Всего у меня получилось 5 штук. Нам на двоих как раз хорошо, 2 порции. Можно кушать со сметаной, со сгущенкой, с вареньем любым, кто как любит, с кефиром, йогуртом, с творогом можно помазать сверху. Они очень вкусные и полезные. И вот появляются пузырики. Очень хорошо видно вот с этой стороны, видите? Ну, пускай еще чуть-чуть, и можно через минутку переворачивать. Последний допекся, вот снимаю. Покажу вам сейчас все. Вот стопочка такая. Из 5 штук. Спасибо за внимание. До свидания.